Полицейские призывают жителей республики принять участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». До 23 марта по телефону доверия МВД 291-2002 и на телефон республиканского наркологического диспансера можно сообщить обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ. Полицейские ждут звонков круглосуточно. В наркодиспансере телефон доверия работает с 9 до 16 часов. Номера указаны на экране.